А, Ицган говорит, господа эльфы имба. Не стримопал ли ты часом? Чё-то, когда катнули тебя, не понтовался, не заходил в чатик. Сидел. Что говоришь? Да. Шоколадка не в то горло пошла. Бывает. Так, а это, кстати, довольно старая карта. Для 2 на 2. Тут Кармайн Нексп, и, как правило, всегда его нужно ставить. Лёша играет за арков. Недостаточно золота. Мне кажется, нас снайперят. Мне что-то кажется. Прям а там что за раса? Хуман и... О, не знаю. Мои любимые. Какой у тебя план на орков? Хедхантеры? Слушай, ну я возьму форсир, а там посмотрим. Дальше я пока не продумывал. Здание готово. Хедхантеры, да? Если бы знать, кто там второй, можно было бы сыграть Fast Wyvern. Ты бы меня подфидил. Я делаю разведку, но... Возможно... А, за 8 часов пройдет. Да, я понял. Хорошо. Хуман. Хуман. И Undead. О, давай ты меня подфидишь реально. Сколько нужно? Ну, сейчас соточка. Чего? А потом все, что есть. Дерево. Окей. Тек пошел. Мне не стоит ничего, да, получается? Да. Просто харасишь. Воины ночи, я готов. Наши воины вступили в бой. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Доверься мне. Ну и какую-то комфортнее играть. Какую-то одну жертву надо будет выбрать. Дредлорд. О, это замечательная новость. Значит, финдов не будет, ты про это? Да, экспанд будет, скорее всего. Я помню будущее. Беспов тогда побольше возьми. Да, делаем. А вообще настраивать их нужно, беспов, на лес тебе или нет? Да, можно. Да и так к расходничек. Одна нычка ведь явно там экшен уже идет. Нет, не явно. С рабочими прокрепились они. Куда же Дредлорд подбежал? Крепится, что ли? Блин, что-то все динают, это как? Мага можем еще потыкать. Хорошая тема. Давай, спецскрал есть, если что. Ну так, потихонечку его долбим. Он, кажется, вяленький. Духи земли и ветра, заклинаю вас. Так и будет. Я готова. Доверься мне. Так, ну, у меня скопилось миллион ресурсов. Давай спецкролл, может, не? Или рановато, не успеем. А я там пока. Ты рабочий, хорош. Мы готовы нанести удар. Во имя богини! Богиня согласна. Он кандеды. А, кандеды, слушай. Нужно действовать. Да, вот такие вот пироги. Ресурсики, ресурсики, ресурсики. Делаю. Нужно действовать. Так я и думала. А, там не рубка у него. Богиня согласна. Мы готовы нанести удар. Я готова. Нужно действовать. Доверься. Надеюсь, они немножко по таймингу сбились. Так, я тебе наши просто скидываю все остальное. Бой. Да, да, да. Окей. Да. 2 на 2 есть такие стратегии, типа вот за эльфов 3 барака.
слушаю, мой сэр. Воистину. Я помню будущее. Чего хочешь сделать? Нужен мой совет. Поберегись. Хочешь покажи, что нас страшное? Мои глаза открыты. Работа сделана. Ну, Архонг здесь, оказывается, лечился. От судьбы не уйдешь. Я помню будущее. А, ты в Т4 виверн идешь. Сейчас светанули. Ничего страшного. Нам нужно больше золота. Нужен мой совет. Убивать легко. Я помню будущее. От судьбы не уйдешь. Надо хотя бы Хумана убить, получается, да? Дальше будет... Ракмак тупит. А, да, он там он контролит в другом месте просто. Понял. Реклы пошли. Интересно. Шустро он. Ой, сейчас много урона будет. Ох ты. Возможно, и нормально, что я так... Ну, хорошо разменялся. Сейчас уже яд будет. Яд — это хорошо. Я готова. Вперед! Во имя богини! Богиня согласна. Денежки есть? Я только что тебе прислал. Так я и думала. Доверься мне. Ну я просто транжир. Готовы нанести удар. У тебя уже 70 есть? Нужно действовать. 60. Но высокотехнологичные. Кадоэ сделай. Нужно действовать. Оно. О, палеант ловкость. Нужно действовать. Путь. Богиня согласна. Так я и... Но надо сейчас что-то делать, потому что, дай, скорее всего, у них экспо. Нет, у них экспо. С чего это ты решил? Мы готовы нанести удар. Куда у них экспо? Ну, Дредлорд заходил. Он долго пропадал, третьего уровня вернулся. Нужно действовать. В путь. В путь. Я готова. Доверься мне. Тогда надо красную крепить, очевидно. Ну... Надо еще свитки покупать. Но они успеют сейчас сделать контру. А, Турен ты взял. Я готов. Я готова. Нужно действовать. Какая контра-то? У Вивер нет контра. Ну, Гарги. А, хотя да, там все равно же это... О, огненный. Мне кажется, все-таки он экспанд слева... А, хотя, черт его знает, там же тег был. Идет здесь слева. Успеем, успеем забрать. Цветок возьмешь себе? Да. Кто на очереди? Я помню будущее. Понеслась. Да, экспанда нет. Между ними, по крайней мере. Это кто там? Панда? Буйный портер. А зря он, кстати, дыхание взял, они видны. Это ошибка. Я бы баток, наверное, заказал сразу. Потому что, скорее всего, Дредлорд-то будет делать... Гарк? Нет, гульки там. Гульки-то три. Блин, какие же верные броски, а? И Кадой молодой. С музыкой. Плюс 6 урон. Еще аура. Сейчас свиток как раз нужен. Какой? Я не понял, куда свиток делся.
Панда приходит. Надо отступить тебе. Я так размен плюсовый, забей. Не торопись. Я пойду в левый магазин наверх. За свитками. Можешь действовать сам. Панда нет. Я же сделал разведку, сразу сказал. Просто левый верхний был зачистил. Пришел. Нужно действовать. Пам-пам-пам-пам. Ой, как они сыпятся-то, виверны. Я основную часть отвел. Она на базу. Нужно больше свитков просто. Да. Где-то так. У меня один пока что. Второй был перекуплен. Где скрывается путь? Враг? Я помню будущее. Варды, конечно, переучиться бы на второе лечение. Давай попробуем на них через магазин. Или я могу попробовать просочиться на халявку в магазин. Принесу пару свитков еще. Доверься под покровом ночи. Это особый зуб. Я готова. Еще одно подтверждение, что самое главное в Патме это тигр, а не какая-то беспонтовая лучница. Богиня согласна. Так я и думала. Вперед! Так, дошел. Аккуратно там. Путь. Я с двумя свитками. С тремя свитками. Я бы не размениваться раньше времени. Я на полпути только. Не отдавай виверн. Блин, не отдавай виверн. Да я архимага убил. У них героев нет. Ни одного. Свиток пришел. Вовремя. У них нет ни одного героя. Еее. Думаешь, ливнут? Ну, я к тому, что они экспу не получают. Это хорошо, восстанавливайся. Здесь у нас хамство. Надо экспам к ним сбегать. Я могу проверить. Слова есть. Ты лучше сразу на алтарь или еще куда-то. Я готова. Наверняка экспант. Мы готовы нанести удар. Нет? Доверься мне. Странно. На что тогда расчет? Блин, отправь и верну сюда. Давай, алтарь сразу. Блин, ну что ж там? Хотя эта магическая вышка будет полчаса пытаться рабочих убивать с пирсинговым уроном. Телепорт есть у тебя, да, ведь? Если что, отлично. Все, пошли экспанды у Алексея дополнительные. Это победа. Кажись. Гега. Ну что, это было несложно. Сейчас меня незаслуженно обделят по очкам, естественно. Ну что ж ты так, это самое тильтанул-то, ну? Не хочу Shadow Hunter терять. Гега, господа, говорит. Сапог коту не хватает, что ты свитки носишь. Что, да, сапоги надо было приобрести.